Слушайте и не говорите, что не слышали. Мы, Всероссийский комитет по борьбе с Путиным и Ассоциация партизан Мальцева, заявляем, что Россию спасет только революция. Когда революция победит, наш народный трибунал накажет Путина и его банду за все их преступления. Похищенные у народа богатства будут конфискованы и розданы каждому жителю России. Мы отменим итоги приватизации, вернем народу нефть, газ и другие национальные богатства. Каждый гражданин получит реальную долю национальных богатств страны, а не ваучер. Революция освободит вас от всех финансовых долгов. Революция прекратит грабеж народа, отменит пенсионную реформу, даст бесплатную медицину, бесплатное образование, бесплатный интернет для всех. Мы откроем и обнародуем все архивы, никаких секретов. Мы восстановим судебную систему, но прежде выпустим из тюрем всех, кто незаконно лишен свободы. Революция даст народам право на самоопределение и приведет Россию к прямому народовластию. А чтобы свершилась революция, ее надо просто захотеть и сделать. Перестаньте бояться, не ищите героев, сами станьте героями, не ищите вождей, сами будьте вождями революции. Смерть тирану, власть народу. Сладко поешь, Олег Карасев. Ну ты запой вместе со мной, может быть у тебя еще лучше. Ты что-то можешь сказать против того, что мы заявляем? Это не надо делать? Или надо как-то делать по-другому, или простить долги, но не всем, или отпустить, но не всех, или там, я не знаю, медицину бесплатную, но не для всех, а образование не для всех. Тут так не получается, тут получается или всем, или только путинским, каким-то ушлепком. Мы не хотим, чтобы на смену путинцам пришли новые путинцы, нахер они нам нужны. Россию уже съели все эти сволочи. Уже от России ничего не осталось. И мы хотим, чтобы вот тот карикатурный образ Сталина, именно карикатурный образ, который являет Путин, это карикатурный образ Сталина, карикатурный образ Гитлера, это вообще карикатурный образ Путин. И мы хотим, чтобы, ну он исчез, конечно, мы хотим, чтобы он попал под трибунал, чтобы не получилось, как с другими, так скажем, вождями, да, чтобы его не унесли вперед ногами. Мы его должны вначале судить. Этих мразей нужно бить, сил нужна. Конечно, сила нужна. Сила в народе. Больше силы-то нет ни в чем и нигде. Сила в народе, нет другой силы. Поэтому надо народ заставлять пинать его ногами. Не надо его будить, он уже проснулся. Надо его срамить. Надо, чтобы ему стыдно было. И говорить, кто вам нужен еще для того, чтобы смести этих негодяев, этих карликов.